За моей спиной один из символов Сендая – Хикари но Пэджинто. Одна из наших главных улиц, Чозенджи-дори, расцвечена миллионами огоньков. Люди выходят, чтобы пройтись по ней, пофотографироваться на ее фоне, может быть, купить что-нибудь в базарчике рядом. Это работает целый декабрь. Сегодня у нас уже 31 декабря, завершающий день. И, как видите, огромное количество людей собралось сегодня на завершающий аккорд праздника. Хикари но Пейджент впервые был устроен в 1986 году силами волонтеров, которых огорчал тот факт, что главная улица Сендая, Джозенджи-дори, зимой выглядит как-то безрадостно. Сендай называют море Номияку, лесной столицей, и хотя в основном этот титул заслужен общим действительно впечатляющим количеством лесов и лесопарков на территории Сендая, аллея из дзельков на Джозенджи-дори в самом центре Сендая куда более доступна для гостей города. Но зимой, когда листья дзельков опадают, аллея теряет значительную часть своего очарования. Что ж, решили жители Сендая, почему бы не превратить нашу столицу на время зимы в столицу звездного света? Тем более, что главный летний праздник Сендая – Танабата, день, когда встречаются небесные возлюбленные Орихимы и Хикабоши. А встречаются они как раз над дорогой света, над Млечным путем. Мероприятие оказалось невероятно популярным, и его стали устраивать каждый год. Вскоре и другие города Японии, например, Ниигата и Кумамото, последовали примеру Сендая и придумали свои собственные зимние иллюминации. Хикари но Пейджент организуется силами жителей Сендая. Непосредственную работу по подготовке мероприятия ведет специальный комитет, а бюджет формируется из пожертвований. Жертвуют как рядовые граждане, так и компании. Например, процент выручки некоторых джидохамбайки, автоматов по продаже напитков, уходит на поддержание традиции. Так что если звезды по-прежнему зажигают каждый год, значит, это кому-нибудь нужно.